В храме Петра и Февронии Муромских в Подрезково отметили День памяти благоверных святых. С самого утра прихожане собрались на молебен в небольшой уютной церкви на центральной улице. В миру праздник 8 июля также называют Днем семьи, любви и верности. Петр и Феврония – небесные покровители главных семейных ценностей. Так что на божественную литургию в этот день принято идти целыми семьями вместе с детьми и супругами. Для нас это праздник не только семьи, верности и любви в общепринятом масштабе, но и это праздник и нашей семьи, конечно же, потому что у нас приходят дети, наши родители причащались, и для нас это такое вот самое трепетное, самое близкое, самое родное и вот то, что может быть. После молитвы верующие причастились и совершили крестный ход. Священники провели традиционный обряд, окропили паству святой водой. Игумен Владимир Денисов раньше служил настоятелем храма в Подрезково. Именно он открывал его 5 лет назад. Теперь отец Владимир – настоятель Петропавловского храма в Химках. Но сегодня приехал, чтобы провести этот день в Подрезково и сказать напутственные слова прихожанам. День семьи, любви и верности. Вот это те ценности, которые присущи нашему Отечеству, нашему народу, которые мы должны сохранять. И вот церковь, вот через память святых благоверных князей Петра и Февронию, сегодня особенно подчеркивает о том, что значимость этого является очень важной. И поэтому нам, конечно же, очень необходимо и соблюдать и верность, и любовь, и семейные ценности сохранять, для того, чтобы наше Отечество развивалось, было настоящим крепким и, конечно же, у него было прекрасное будущее. После богослужения во дворе храма накрыли столы, затопили самовар и пригласили прихожан почтить память святых благоверных Петра и Февронии Муромских за праздничным чаепитием.